сейчас на этой сцене, он прилагает огромнейшее количество сил для того, чтобы радовать вас. И, конечно, звание абсолютного победителя проекта – это самая высшая награда его труда, который, между прочим, не так уж и прост. Тем более, я хочу вам напомнить о том, что выявление абсолютного победителя проекта происходит следующим образом. У нас было 4 отборочных тура в городах Поволжья. Все участники, кто принимали, кто участвовали в конкурсе в одном из этих городов, и те, кто получили либо лауреатство первой степени, либо гран-при, они автоматически являются претендентами на звание абсолютного победителя проекта. Но для того, чтобы его получить, вам необходимо еще завоевать гран-при на финале. Но, конечно, каждый из вас не может им стать. Сегодня, 29 марта 2014 года, по общему совещанию наших уважаемых членов жюри, были выявлены 3 абсолютных победителя проекта. Двое из них уже получили свои награды. А это может означать только одно, что здесь, сейчас, на этом награждении, на этом гала-концерте остался только один. Только один абсолютный победитель проекта. Но для того, чтобы еще немножечко потянуть время, мы хотим познакомить вас с теми, кто уже получил звание абсолютного победителя проекта. «Волга в сердце впадает мое» 2014. И сейчас я назову 3 фамилии. Если я называю вашу фамилию, вы стоите здесь, на этой сцене. Вы выходите в центр, чтобы все увидели вас и искренне за вас порадовались. Абсолютный победитель проекта «Волга в сердце впадает мое». Номинация «Художественное слово». Двукратный гран-призер фестиваля фонда «Планета талантов». Очаровательная Дашан Натали, абсолютный победитель проекта. Выходите в центр этой сцены. Шествие. Абсолютный победитель проекта, который получает денежный сертификат в размере 30 000 рублей и пожизненное звание абсолютного победителя проекта. Абсолютный победитель проекта. Номинация «Вокал академический». Двукратный гран-призер. Гран-призер конкурса в Самаре. Номинация «Вокал академический». Макаров Валерий. Абсолютный победитель проекта. Который, конечно, награждается этим почетным званием и денежным сертификатом в размере 30 000 рублей. И есть еще один